Läuft. Es nähert sich ganz lange ersehnter Moment. Продвигается самый долгожданный момент, когда мы будем сегодня испытывать пробные включения будем делать. Von was? Наших щитов. Unsere Gruppenstrahler, die sind bereit zum Jetzt kommt das Wiegen erstmal, ja? Zum, da. Zum Einsatz. Olli, wie geil. Wir werden die vor dem Kampf natürlich wiegen, um wir zu sehen, was die wiegen. Gewichtsklasse. Welche Gewichtsklasse das ist. Нам надо сейчас будет приподнять, потом я топну по этим. Ach so, и ja. Когда на ноль установится, тогда это самое. Так. Ставим. Отпускаем. 38,2. 38,2 килограмма. Понимаете? Ну, мы попробуем сейчас другую тоже так же взвесить. Сюда ее сторонку ставь. Каждый тащит по 20 килограмм. Wichtig ist beim Tragen, чтобы не задеть эти диффузоры рукой. Чтобы не это. Только вот здесь. Да, komme ich ja gar nicht rein. Lass mal drehen auch einmal, dass wir genau so stellen, wie es auch vorher war. А можно и прямо этой надавить. Ставим. Отпускаем. Не будет ничего. Почему? Потому что неправильно. Раньше времени? Косо, да. Их надо. Я раньше времени, надо вовремя. Одновременно, вернее. Jetzt. Runter. Nein, warte. Auf deiner Seite schwerer, oder was? Keine Ahnung. Für Scheiße. Jetzt. 38,5. Das kann aber, die Abweichung gibt es da immer bei so einer Waage. Na 300 Gramm, это больше весит, чем та. Wie gesagt, ich habe mich auch auf so einer Waage manchmal hintereinander öfter hingestellt und das kam mehrere hundert Gramm Unterschied dabei raus. Nee, дело в том, что может быть здесь на один Schicht больше краски, чем на того. Das ist natürlich auch denkbar. Wir können wiederholen probieren mit dem anderen, ja? Ob es zu Klar, viel. Kein Problem! Oder, Pap? Давай. Втроём. Так, зачем вы шкаф с собой берёте? Scheiße, я думаю, что такое тяжёлое? Дверь несу за собой. Давай. У Эли сейчас руки отпадут. 38,4. Вот завище, да? Сломали его. Ну все. Расскажи хоть что-нибудь, пока сейчас. Еще тут свет хороший наверху. Чуть ты все сам клеил, сам все паял или что? Да, все до последнего шажочка сделано своими руками. Офигеть. По конструкции Андрея Скорохода. Повтор его первого опыта. Der gleichen Größe у него, в таком же размере? У него абсолютно такого же размера, только другого цвета, поэтому... 24 громкоговорителя из старых цветных телевизоров. Ты чё? Да. Откуда ты их набрал? Всё Андрей организовал. В Москве Антон Павловский привёз сюда. Das Besondere an diesen Lautsprechern ist was? Особенность их в том, что они с бумажными диффузорами вот этими. То есть никакой резины здесь dazwischen нету. Ohne Gummi aufhängen. 3 Gramm wiegt nur eine Membrane. Mal 24 ist 75 Gramm. Wiegt ganze bewegliche System. Подвижная система всего... 75-80 грамм, поэтому... Und frequenzmäßig sind die irgendwie total cool drauf oder so? Должны быть, то есть должны полное. Самое главное, что прозрачность воспроизведения должна быть особенно. Wenn man sowas bloß messen könnte, wäre das geil. Stark.
У дяди Андрея в Москве у него есть микрофон и все. Software. Что тут сзади? Может, сзади прокомментируешь немножечко? Ну а что тут? Тут все, мы их прикрутили, спаяли. Keine Weichen dabei, nur ein Kondensator, 2 Mikrofarad, der trennt diese Hochfrequenzen von dem Gesamten. Da sind Breitbänder, die anderen sind Breitbänder, die sind bis 12.500 Hertz. Я буду держать здесь, там вот идти, а вы здесь, верхнюю часть только наклонно. Сейчас покажу. Главное дело сейчас спустить из мастерской к месту испытаний. Ach so, wir kippen die quasi so, ja? Да. И углом понесем. Если что-то еле хальт, скажи, я переубернемо. Вот так же идет или нет? Doch. Ella hat doch gar keinen Halt so richtig. Ich nehme die doch vorsichtshalber mal. Ну, возьми. Erstmal. Ja. Блин. Мы можем по одной ступеньке вот так идти. Aber вот Papa так. Hat jetzt 40 Kilo auf вот sich drauf. Идет, нет? Ja. Wenn wir abstellen müssen, dann das kann ich. Ich hätte von unten filmen sollen. Ups. Die Wand. Tak. Soll ich euch überholen? Jetzt musst du vorher vorgehen. Ah. Da war ja über. Jetzt musst du ein bisschen vor. Warte. Ты чуть-чуть ты приподними, чтобы я назад мог подвинуть или вот так вот. Так. Ой, Scheiße. Она видишь, вот это. Мам, выключай Staubsauger, bitte. Спускай на следующую, так. На следующую, так. Нет, я слышу, что лучше. Шаг в S-цимер поставим, потом ее можем просто шить на этом материале, который я там снизу, я же там материал прикрыл. Взяли и весело-весело понесли. Dabei lachen nicht vergessen. О, Gott, глянь на меня. Нет, сама идет. Und der zweite folgt sogleich. Zack. Fensterscheiben werden gleich bersten. Ich habe die ganze Zeit an Michael Jackson gedacht. Так, пора, ja, ne? Black and white. Раздеваться. Black and white passt ja auch. Тепло стало. Да. Okay. Через порог только поднимай ее. Сейчас. Так. Можем ее вот так вот поставить. Так ты одна несешь, получается. Так, здесь проходит. Так. Там глянь. Так. Так. Ладно, одна дочка скрипачка, блин. Можно тяжести таскать-то. Okay. Selbst Kinder kriegen es danach schwer. С этой стороны. Попробуй оттуда, с той стороны. Сюда иди. Сюда. Вот так. Так. Все. Ein Teil der Aktion ist fertig. Eine Hürde geschafft. Да. Die schwerste, glaube ich. Вот. Сейчас будет происходить подключение. Такой вот тоненький проводок. Который 5 килограмм весит. Так, начинаем подключение. Das heißt Schwank. 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 Schwank aus meiner Jugend. Подключен, не защищен. Ты покажи, что ты там делаешь, что хоть. Я сейчас подсоединяю кабеля. Они должны насмерть держаться тут, чтоб, не дай бог, не вырвались, понимаешь? Так, сейчас подключаем к усилителю. Красный слева.
Главное нам фазировку не перепутать, да? Так. Один есть. Сейчас второй. Такие тут штыкерочки. Warte, warte, schärfe ziehen erstmal. Красный слева. Так. Ну, вроде бы все соединили. Так. Где народ? Jetzt schon los? Да. А сейчас, ну, подожди. Leute, es geht los, es geht los! Wo seid ihr? Mom? Ella? Papa stört. Mit einem Finger auf dem Knopf. Da kuri wird. Ты теперь терпи. Подожди. Андрей порекомендовал, чтобы мы со Стэнли Кларка начали. Поэтому... Так мы и сделаем, чтобы фазировку проверить сначала. Немножко надо, конечно, дать ему погреться чуть-чуть. Ну да, пусть. Пошло, да? Так, окей, публика ist da. Фарри, ein paar abschließende Worte oder ein paar einleitende Worte. Moment. Moment der Einschaltung. Ist da. Da, ganz langsam. Fangen wir an. Da drücke ich jetzt. Андрей рекомендовал, чтобы посмотреть вам. Thank you.
прокомментируй хоть. Ну все, улет, улет. Die Frage ist, wie gut die Kamera den Ton da. Ja, ja, nee, das ist ja, kann man ja nicht. Дыхание сперло, то есть басов, конечно, вот по такому. Че дыхание? Да, что такой короткий, четкий бас, это, конечно, впервые, потому что у меня есть там наверху, конечно, эти бумажные старые колонки, то есть там тоже это слышно, но там нет такого объема, как здесь, понимаешь? То есть тут, конечно, это... Проследился? Совершенно зверски, да-да. От радости. Один громкоговоритель, наверное, надо будет заменить, что-то мне это... А так, в общем-то, зверски. Это же не то, это экспозиция, начало концерта. Wir können vermieten.
den Raum für Hörsessions.